Ребятки, ну, во-первых, никуда не торопимся. Куда нам спешить, если мы находимся в лучшем месте в мире, скажите мне, а? И вообще. Вот, кстати, я давно это думал про это, почему GTA самая, безусловно, самая успешная игра, да? Самая популярная, самая классная. Почему? Потому что там миссии не во главе угла, в принципе. Там можно миссии не проходить, там можно просто быть и находиться, понимаете? То есть ничего не навязывается, нет ни особо никаких лишних там... А почему, интересно? Вот здесь вот это у нас, видите, радиоактивная снеть разлита, да? Поэтому у нас там убавляется жизнь. Так, ну, так или иначе, а давай, может, тогда запрыгнем сюда, что ли, а? На эту трубу, вот что-то я вдруг подумал. В принципе, да. Так, а давай-ка. О, видал, какой он молодец. Ну, ничего особенного. Вот, в принципе, смотри, а вдруг вот здесь можно. Нет, здесь сюда. А можно спуститься. Нет, подлезть нельзя. Ну, теперь я отсюда не вылезу. Нет, вылез. Ну, короче, понимаете, то есть в GTA. Ты просто можешь находиться и все. Здесь тоже. Вот, давай пополним здоровьюшко. Вот здесь начинает увеличиваться звук какой-то. Стан, давай поговорим. Ну-ка. Отлично. Что отлично? Я останусь здесь. Ну, это так. Отлично, даже не узнаешь, что я здесь. Дальше. Я не думаю, что это надо пересматривать. Ну. Да. Да. Я здесь подожду. Ну и жди. Значит, здесь еще одна шахта. Я же ее, кстати, уже забыл, как мы. А, я сюда по лестнице вот по этой приперся. Значит, почему, собственно говоря, весь сыр-бор? Ну, друзья мои, я, конечно же, опять в своей лучшей традиции не могу найти выход из положения. Ну, в принципе, эта ситуация нормальная. Значит, там предлагается вот здесь запустить реактор или что там, генератор какой-то, да? Ну, давай подъедем туда. Ага, вот. Так, заходим. Стоп. Ёлки-палки, одет на палке, а бабуси на рыбалке, как говорили мы в детстве. Но вот здесь какие варианты? Вот смотри, давай просто не спеша все оценим ситуацию. У нас есть вариант подняться по этой лестнице. У нас есть вариант подняться по той лестнице. Послушай-ка. Кстати, а по какой из лестниц я поднимался до этого? Вот это хороший вопрос. Тихо. Ну ладно. Не страшно. Значит, давай тогда мы... А кто меня успел? А кто это? А кто плюется? И откуда? Там этот самый мозгопылесос, что ли, был? Так, а давай поднимемся тогда вот по этой лестнице. Вот это снеть. Ну, сейчас она пролетит, и мы поднимемся. Быстрее. Господи. Как будто кто-то стреляет. Плюется. Какой гад плюется? Ну, видишь, вот с этой стороны, да? Ну, не все ли равно, с какой стороны мы подошли? Кто плюется? Вот? Откуда он? Все, видишь, все в зеленых плевках. Ну, вот, допустим, с этой стороны. Или с этой стороны. А, слушай, давай попробуем тогда, может быть, вот с этой стороны, да, включить его. И вот, а с той стороны он тоже включился автоматически? И с этой стороны. Вот. А что с этой стороны он? Так. А, вот, все, я понял. Вот я сейчас думаю, он с обоих сторон включится, и все будет хорошо. Как вы думаете? Да. Ну... Отлично, заработало. Надо было с двух сторон его включить.
как говорится, будь сообразительнее, игрок. Ну и что дальше? Вот мы его включили. Ученый наверняка погиб, или что?